Обновленную доску почета «Лучшие люди Северского района» открыли сегодня в сквере имени Соболя станицы Северской. Торжественное событие приурочили к празднованию столетнего юбилея муниципалитета. Сегодня, открывая доску почета, конечно, хотелось бы отметить тех, чьи старания, чей труд приносят огромную пользу жителям района, земле, на которой мы сейчас находимся. Поэтому еще раз я всех хочу поздравить со столетием района, тем людям, кто работает. Конечно, хотелось бы сказать огромное спасибо за ваш труд, спасибо за ваши усилия, спасибо вам за то, что мы живем в таком красивом и процветающем районе. С праздником всех вас! Я хочу всех присутствующих, кто попал на доску почета, от души поздравить с этой наградой, это тоже награда, пожелать вам, вашим трудовым коллективам, вашим семьям добра, мира, благополучия и в дальнейшем успехов в работе на благо нашего родного Северского района. На обновленной доске почета 37 жителей района. Это работники сельского хозяйства, промышленного производства, культуры и спорта, здравоохранения, индивидуальные предприниматели, правоохранители, педагоги, добровольцы, участники специальной военной операции и многие другие. Люди разных поколений и профессий, которых объединяет огромная любовь к своей малой родине и активная жизненная позиция. Я горжусь своей родиной, горжусь Северским районом. Я горжусь нашими детьми. Я горжусь своими детьми, которые представляют наш район на спортивных аренах России и уже на международных аренах. Я хочу сказать, что с нашим поколением не страшно идти в будущее. У нас достойное поколение. Еще раз всех с праздником. Я от души поздравляю всех с такой круглой, очень красивой, замечательной датой, с юбилеем. За 100 лет наш с вами район, наша малая родина прошла большой путь. И имеется огромный потенциал и у района, и, конечно же, у людей, в котором живут и работают, для того, чтобы в ближайшие годы район продолжил свое динамическое развитие, стал еще лучше, еще краше. Доска почета в Северском районе обновляется каждые 2 года, а список заслуженных жителей продолжает пополняться новыми именами. Каждый из этих людей внес весомый вклад в развитие и процветание нашего муниципалитета.